Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и я основатель Академии Счастья. Сегодня мы поговорим с вами о процессинге счастья, о том, как стать счастливыми, прийти в настоящее время и избавиться от болезненных переживаний прошлого. Я покажу вам несколько процессов, которые вы сможете сделать самостоятельно, либо с вашим другом, напарником, и помочь друг другу улучшить ваше состояние. Один из этих процессов направлен на контакт с окружением и на то, чтобы жить здесь и сейчас. Процесс очень простой. Вы идете по улице с вашим другом или самостоятельно и обращаете внимание на предметы и объекты, расположенные поблизости от вас. Это могут быть дома, деревья, кусты, люди и так далее. Если вы делаете процесс вместе с вашим другом, то он будет вам подавать такую команду. Посмотри на этот предмет и указывать на него, называя этот предмет. Например, посмотри на это дерево. Вы смотрите на это дерево, даете ему знать, что вы посмотрели, и он говорит вам спасибо. И дальше говорит, посмотри на этот камень. Вы смотрите на этот камень, и он говорит вам спасибо. Данный процесс нужно продолжать до того времени, пока ваше состояние улучшится, и вы почувствуете себя здесь и сейчас счастливым и бодрым. То есть этот процесс призван восстановить ваш контакт с вашим окружением и дать вам возможность быть в настоящем времени, то есть здесь и сейчас. Сейчас мы поговорим о втором процессе. Данный процесс связан с воспоминаниями. С воспоминаниями событий, которые произошли с вами в прошлом. При этом вам нужно будет вспоминать события, которые были в разное время. И это не какие-нибудь негативные случаи. Это события, которые были вам, вероятно, радостны, нравились, приводили в хорошее состояние. То есть, например, вы вспоминаете случай, когда вам было очень весело. И дальше вспоминаете другой случай, когда вам было весело. А потом вы стараетесь вспомнить самый-самый ранний случай, когда вам было весело. И концентрируйтесь на этом состоянии, стараясь понять, как это было, вспоминая его во всех различных подробностях. Когда вы сделали это, вы дальше берете что-то другое. Например, берете случай, когда вы были бодрым. Вспоминаете случай, когда были бодрым. Потом еще один случай, когда были бодрым. И самый-самый ранний случай, когда были бодрым. Данный процесс проводится до того момента, пока вы почувствуете облегчение в вашем состоянии, и ваше состояние улучшится. То есть этот процесс уже работает со вспоминанием. Его также можно проводить в паре, и это даже лучше. То есть когда ваш друг, ваш партнер будет давать вам в эти команды, а вы будете концентрироваться только на самом процессе, вспоминая случаи, и рассказывать ему их, а он вам будет давать подтверждение, говоря спасибо. Таким образом, этот процесс поможет вам восстановить ваши воспоминания и лучше узнать себя. Конечно же, если какой-то из этих процессов не приводит к полному улучшению состояния, и вы хотите улучшить ваше состояние в большей степени, то вы всегда можете обратиться за профессиональной услугой, процессингом счастья, в Академию счастья. И я смогу вам оказать этот процессинг и дать возможность улучшить ваше состояние в намного-много большей степени, и, соответственно, помочь вам быть счастливыми. Меня зовут Шевченко Александр. Я приглашаю вас в Академию счастья. Всего хорошего!